Товары самарских производителей по доступным ценам рядом с домом. Новая муниципальная ярмарка открылась в Самаре на пересечении Революционной и Карла Маркса. Она будет работать круглый год. Этот район активно застраивается, и потребность в такой торговой площадке возникла давно. На ярмарке можно приобрести любые продукты от мяса до фруктов. Крытые торговые ряды, удобная парковка. На открытии новой торговой площадки побывала глава Самары Елена Лапушкина. Ежедневно здесь будут продавать товары по социальным ценам. Преимущество – продукции самарских сельхозпроизводителей. Это очень долгожданное событие для нашего района, для этого микрорайона. Здесь очень много жилых домов, новых домов. Мы не единожды получали обращения от граждан, выступали жители наши с инициативой, чтобы подобные объекты появились, ярмарка, да. И поэтому это сегодня для нас праздник. Удобное, комфортное, тут и места для парковки есть, и дальнейшее развитие ярмарки есть. А самое главное – доступные цены. Ярмарка на пересечении Революционной и Карла Маркса рассчитана на 50 торговых мест, оператор МП ярмарки Самары. Жители цены на товары на новой торговой площадке порадовали. Мясо купили, очень хорошие цены, ну очень хорошо все сделали. Будет замечательно, если проработает этот торговый ряд. Да, впечатления положительные. Такие мероприятия на самом деле здесь нужно проводить гораздо чаще. Только положительные эмоции вызывают, нам очень все нравится. Такие ярмарки нужны, я считаю. Очень удобно, когда в одном месте находится все и сразу. Сейчас в Самаре работают 23 ярмарки. Часть из них сезонные, остальные круглогодичные. В ближайшее время в городе появится еще 3 муниципальных ярмарки по адресу улица Мира, 6 в мае и 2 в начале лета на пересечении Ташкентской и Старозагора, а также на перекрестке Московского шоссе и Нововокзальной. Там уже сделано благоустройство. Скоро начнут устанавливать торговые павильоны. Формат ярмарок подтвердил свою значимость и нужность как для жителей города, так и для гостей Самары. Если 4 года назад у нас было 6 круглогодичных ярмарок, то в этом году их насчитывается уже больше 20. Людям очень удобно в одном месте покупать абсолютно всю продукцию, всю номенклатуру продовольственной продукции. Кроме того, продукция вся на наших ярмарках муниципальных проверяется, находится на постоянной основе ветеринарный врач, и каждое утро все предприниматели, вся организация проверяют ту продукцию, которая реализуется на ярмарочном пространстве. Сейчас заезд на парковку ярмарки расположен со стороны Революционной. В планах сделать еще один со стороны Московского шоссе с парковкой, детской площадкой и зоной отдыха. Виктория Шарая, Константин Головин. События.